Відкрита трибуна. Чи будете ви проходити тести ІФА, якщо їх будуть безкоштовно робити у криворізьких лікарнях? Да, буду, потому что это как бы обезопасит мою семью. Я буду знать, болен я или не болен. И смогу вовремя определить, болен я или нет. И уйти на самоизоляцию, чтобы не заразить своих близких и родных. Я думаю, да, буду делать, потому что никому не помешает, я думаю. Ну, мне на самом деле интересно, не болею ли я. Я думаю, да, скорее всего, сделаю, потому что в данный момент хочется уехать куда-то за границу, покататься, потусить. И в данный момент, если ты приезжаешь за границу, получается, тебе идут 14 дней самоизоляции. Чтобы этого не было, ты проходишь тест, показываешь его там, и все четко, можно хоть кататься. Я его делал, когда он еще и денег стоил, поэтому я считаю, это штука, которая нужна. Если будет еще бесплатно, будет круто. Нет, не буду. Либо буду только в том случае, если они будут всеми международными всяческими сертификатами подтверждены и протестированы на всех возможных больных и здоровых людях. Это социально человек должен, я не знаю, обязан человек сделать тест. И, тем более, если это бесплатно, если у человека нету денег, понятное дело, он как бы не в силах сделать. Но если это бесплатно, я думаю, можно... Какое-то время этому уделить и сделать тест. Я думаю, так. Відкрита трибуна.